Приветствую, друзья. Завтра в 20 часов бесплатный ликбез, как обычно, регулярный, который мы проводим. От школы «Человек будущего» Homo Futurus. Я еще раз горжусь, вам говорю об этом. Какая у нас школа бесплатно дает такие методики уникальные. Во-первых, авторские, нигде не переписанные. В мире таких нету. И то, что я завтра дам, ну, я уже 40 человек дал, вот пока у меня машинка здесь есть такая, которая ходит и пол подметает, автоматическая. Я имел время свободное, поэтому она так ходит, подметает, но она не ходит, а катается туда-сюда, такая круглая. Я вам в следующий раз покажу, если кто захочет, поинтересуется. Друг мой подарил, психиатр Александр. И картины мне помог повесить. Вот такая красивая штучка у меня. Теперь обратите внимание. Я буду их менять время от времени, как выставка, чтобы вы видели, какие изумительные у нас картины, часть которых мы нарисовали совместно с вами, друзья. В формате «Коллективный разум». Да. Тренируемся работать вместе. Вот в чем дело. Потом мы сможем таким же способом решать и другие задачи глобального масштаба. Потому что сделать шедевр, а посмотрите там вот как ангел-велосипедист, это шедевр. Или вот, ну в общем, посмотрите еще потом. Вот видите, там девушка-танцовщица. А это Матерь Мира со свечкой. Матерь Мира, очень сильная картина. Ну очень-очень. Ну ладно, дело не в этом. Я хочу вас пригласить завтра в 20 часов на бесплатный ликбез, где за несколько минут вы снимете каждый острый стресс, у кого есть, ну, который вот годами мучился, который спать не может, ну, острое состояние, вот такое, что он не знает, куда деваться, бегать там по врачам, по психологам. Я, собственно, сам врач, причем заслуженный, и психолог, причем работал я в институте, в психологическом институте Российской академии образования, ведущим научным сотрудником. Ну, представляете, да, все у меня есть для того, чтобы официально заявить, что у меня методика, которую я завтра вам дам, потрясающая. И там, во-первых, не надо рассказывать свои проблемы, как обычно у психологов, у психиатров, у психотерапевтов, у коучингов. Ну, так вот, садится человек и начинает вопросы задавать. Когда родился, где родился, в кого влюбился. А, наверное, у тебя родители тебя гнобили. А, наверное, у тебя несчастные. Ну, короче говоря, ищут причины стресса, раскручивают. И вот этого ничего нет. Потому что это новый уровень, о котором психология и психиатрия и медицинская вообще наука пока не знает. Но я ее уже апробировал, имею право, потому что у меня метод и не только защищенный, а он еще и трижды защищенный, и под водой, и в космосе, и на поле боя, и после боя. Ну, везде защищенный, поскольку я официальный человек в этом отношении, в науке, потому что я создавал первую книжку «Ключ себе» в Советском Союзе по саморегуляции, а сейчас как раз таки додумался, и мне помог Роман Газенко додуматься, потому что он сказал, как это здорово вот на это обратить внимание. Он обратил мое внимание, что я сделал это давно, но я не обращал на это внимания. Вот у меня был давно такой вот метод, который мы проходили на одном из вебинаров, назывался «Идеальный собеседник». И очень всем нравился. Но я же не знал, я не догадался, что это потрясающая вещь. То есть это вещь такая, которая поможет всем в любом возрасте, в любой точке мира, в остром стрессе. Почему я это додумался? Потому что я раньше выводил в Беслане из острого стресса детей и взрослых, в Каспийске после дома взрыва пограничников, в Кизляре, в Волгодонске, в Москве, в Минводах после терактов. Я готовил также и Марс 500 в изоляцию. Я сам просидел в изоляции здесь 5 лет после операции на позвоночнике, на шее, когда я упал на гололёде. Это кто не знает, я говорю, чтобы вы понимали. Я сам себя поддерживаю этой методикой.
Я вам хочу сказать, потрясающе. И, ну, вы не только будете поражены, я вас не агитирую, потому что уже... Ой, да что тут говорить вообще, смешно даже. Короче говоря, буду рисовать свои картины, выпустим сейчас мою новую книжку, где я думаю ее так назвать, «Повышение эффективности обучения, тренировки, восстановления». Или метод повышения. Ну, такое большое название, но чтобы сразу было видно, что это ускоряет все процессы восстановительные, учебные, обученческие процессы и тренировочные. Время выработки навыков сотни раз ускоряется. Это с ума сойти можно. Ну, короче говоря, это интеллектуальная революция, куда я вас и приглашаю. Уже десятка два человека, ну, где-то 35-40 человек уже у меня за два дня прошли. Я им даю инструкцию за одну минуту. Потом мы выключаем связь. Я ухожу заниматься своими делами, они меня не видят, я их не вижу. Они выполняют задания самостоятельно. Потом через 5 минут они мне звонят и говорят результат. И они говорят, что они стали жить. Наконец не выживать, а оживать. Что такого они давно не чувствовали. Что так хорошо они давно не чувствовали себя. Сами все сделали после того, как я минуту им объяснял, что надо сделать. Я нашел эти слова. Вот в этом все дело. Вначале было слово. Но чтобы было слово, надо, чтобы была голова. А чтобы голова хорошо работала, надо, чтобы было сердце. Я когда-нибудь вам расскажу, откуда появляется внутренний диалог у человека, и почему иногда он его мучает. Да, и вот это очень интересный механизм, потрясающий. Мы даже такой вебинар, когда будем с Романом Газенко делать, я там об этом расскажу. Вот сейчас мы будем делать вебинар с Валентиной Эдуардовной Киселевой, с мной любимой, уважаемой. Для женщин, это для женского царства, там о профилактике болезней, о том, как себя поддерживать, стрессоустойчивость, там много чего. И она, и я, мы расскажем, как это делать. А потом мы будем делать вебинар с Романом Газенко. А вот сейчас, завтра в 20 часов, бесплатный ликбез, вы получите бесплатно то, чего в мире нету. И я думаю, что, вы знаете, автор теории стресса Ганс Селье, да, открыл теорию стресса, потрясающий человек, я его очень уважаю, а я ее закрываю, да. Поэтому я напишу потом новую теорию стресса, потому что я понял, на чем аутотренинг стоит, на чем медитация стоит, на чем гипноз стоит. Я все это понял, и поэтому я могу вам завтра всем бесплатно открыть глаза. То есть я просто вам скажу, что надо делать. Потом мы выключаем связь, вы это делаете сами. Потом через 5-8 минут вы мне звоните и говорите свой результат, и он потрясающий. Вы просто будете приятно удивлены, можно так сказать, друзья. Я такой счастливый, вы же видите, да? Нарочно не придумаешь. Ну ладно. Рисую я хорошие картины, не без вашей помощи. Пишу я хорошие книги, не без вашей помощи. Мы все делаем вместе, наша школа необыкновенная. А что вы Наташину книгу? Давайте активнее ее разбирайте. Я вот ее тоже не имею пока. Она уже выпущена, там в Озоне и везде. Она выпущена издательством «Амрита Русь». И моя книга сейчас будет там выходить. И не только эта книга моя будет выходить, а еще и предыдущие они хотят переиздать. И спасибо им большое. Да, очень хорошо, потому что ищут, нигде не могут найти. Ну, ладно. В общем, короче говоря, завтра в 20 часов бесплатный ликбез, где вы за 5 минут ничего не рассказывая, не жалуясь на свою жизнь, никто вас слушать не будет, никому это не надо, и вас и технически слышать никто не будет.
снимите стресс, потому что я дам за одну минуту инструкцию, которой никогда в мире не было, и ради создания которой я потратил всю жизнь. Так что уважайте, берегите, друзья, и будьте здоровы. До встречи!